Слышали ли вы что-то про экономику дарения? Во многих частях мира на протяжении веков существовали народные традиции взаимоподдержки. Называются они по-разному, но суть у них одна. Вся община собирается и помогает каждому по очереди. Собрать урожай, заготовить дрова на зиму, построить дом или же оплатить что-то крупное. Машину, ремонт дома или обучение. Движение «I'm Ubuntu» создалось благодаря ценностям южноафриканской культуры Ubuntu, что обозначает «я есть, потому что мы есть». И раз мы есть, значит «я есть». В этих словах прекрасно передается главный посыл движения «I'm Ubuntu». Его развитие осуществляется на основе интерактивного сайта с системой учета, кто кому сколько подарил, а также чья следующая очередь дарить и получать подарки. I'm Ubuntu – это децентрализованная международная система взаимопомощи, в которой вы сможете общаться и обмениваться подарками в размере от 12,5 долларов до 20 тысяч долларов. В итоге любой участник получит возможность прийти к финансовому процветанию. Движение по смыслу соответствует благотворительной организации и позволяет получить поддержку в осуществлении своей мечты, а также помогать другим участникам в достижении их целей. Денежные подарки передаются от человека к человеку без посредников и контроля третьими лицами. Здесь нет никаких процентов и отчислений на сайт или человеку, пригласившему вас. На все 100% легально, так как дарить подарки разрешено в любой стране мира. Все, что для этого нужно – интернет, телефон или ноутбук, а также обязательно скачать мессенджер Telegram. На сайте I'm Ubuntu невозможно что-то украсть или соскамить, потому что нет никакой компании или владельцев, стоящих за проектом. Здесь также нет товаров или услуг. Движение не является бизнес-деятельностью. Чтобы стать участником движения, необходимо выполнить всего два условия. Первое – подарить первый подарок другому человеку. Второе – пригласить два человека, которые повторят условия. Как это работает и откуда берутся деньги? Все гениально и просто. После регистрации на сайте I'm Ubuntu нужно подтвердить почту и пройти верификацию своего Telegram-аккаунта и выполнить названные условия. Перевод подарка можно осуществить любым удобным способом. Нужно всего лишь согласоваться с получателем. Первый подарок – это единственный раз, когда нужно будет потратить деньги из личного бюджета. После успешного дарения получатель подтверждает на сайте, что подарок им лично получен. Алгоритм перемещения по доскам изобилия позволяет получать все новые подарки и отправлять часть из них на более высокие доски. В итоге объем получаемых, а также отправляемых подарков постепенно увеличивается. Также каждый участник получает возможность дарить и получать подарки, находясь на всех досках одновременно, и повторять эти действия бесконечное количество раз. Каждый участник, стоящий на доске, непосредственно влияет на ее продвижение. Когда все участники действуют оперативно, доски закрываются очень быстро. Звучит очень интересно, не так ли? Если у вас возникло желание участвовать в уникальном движении, и вы хотите стать частью нашего сообщества, дарить и получать подарки от сердца к сердцу, присоединяйтесь к I'm Ubuntu. Друзья, hello из моей crazy комнаты. У нас сегодня новый день, и сегодня мы отправляемся. Наше путешествие, как всегда, ужасно сидит в моей комнате. То, что меня заставляет думать, что я толстая целлюлитная. Это зеркало в моей комнате, кстати. Как бы я не занималась, вы смотрите, этот Abs of Steel. Короче, такой сегодня лук. Вот, и такой макияж, если вам что-то очень видно. Вот, прекрасная идея. Кстати, такой свет хороший. Вот тут хороший свет. В общем, макияж не такой у меня. Палеточка Amorelie. Я от Анастасии Беверли Хиллз, которая мне подарила Кариночку, моя любимая. Карина, привет, если вдруг смотришь. И я нашла видео 5 макияжей с этой палеткой. И вот делаю разные макияжи с этой палеточкой. Но такая, конечно, больше вечерняя, блестящая. Ну, вы знаете.
Я любитель делать вечерний макияж утром и на весь день. Anyway, короче, поехали. Я, как обычно, немножко волнуюсь перед дорогой. Так, ну что, у нас первая остановка в лесу. Надо. Лина уже не прошло и полчаса, не хотела Так, экскурсовод. Чё говори? Этот очень такой красивый, знаменитый мост, пятиарочный мост. Стоит он здесь больше уже века, наверное, полтора века. Сконструирован каким-то известным академиком. Таких мостов всего несколько в России. Построен на века. Пятиарочный мост каменный. Пятиарочный. Просили экскурсии от папы. Правда, сам первый раз видел. Ну ладно. Нет, я говорю, со столько таких потенциалов. Это крестьянский район? Да. Да зачем открывать? Что это значит? Уши навострили, товарищи. Тихонько сидим. Ней. Тихонько. Так, короче, мы приехали. Первая локация — Каменск-Уральский. Сейчас покажу нашу квартиру. Рум-тур. Мы здесь, правда, только на один день. Потом едем дальше. Так, такая комната. Номер раз. Мне кажется, это моя, может быть, комната. Я так и подумала. Хотя, вот это мы Ленина, но мы Лена сами нет. Uh-huh. Лена дома, в школе. Так. Двухкомнатная, говорю, двухъярусная кровать, моя любимая. Так. Вот сюда, вешай. Потом. Шкаф. Даньяка. Телек. Такая комнатка. Ну, выбор тут особо был не очень большой, на самом деле, с собачками. Так, кухня. Потолочек такой. Кухня. Симпатичная. А бронировали мы, кстати, все на сайте Суточно.ру. Вот такая квартирка. Балкончик. Не знаю, есть какой-то вид или нет. На заводы проходит. Этот уголочек мне нравится. Мармарис.
что, наверное, все. Туалет. А ванная тут же? Угу. Ковер персидский практически, кстати. Это похоже... Слушай, это только напоминает в турфирмах вот так же. Так, ну, так, а где этот цвет? А вот. Так. Такая вот ваксель, да, пол с подогревом у нас тут. Везде. Ну, такая вот квартирочка у нас. Так, Дубай, друзья, пропустила. Дубай. Вот, тут даже Лена есть свечи. Египетская. Да, даже дерево у нас natural. Египет. Mm-hmm. Мам, похож, бабке уже звонит. Так, холодильник, сам сегодня показал, тоже есть. Микроволновочка. Короче, все нормально. Happy day. Я хочу, что пол подогревается. Ну. Так, мы приехали кататься на кораблике в Карельск-Уральск. Кораблик. Почему так? Почему не удивили? Кораблик, короче, наш тритон. Вадим. Упахавшись. Так, я. Пока я не замерзла. Но, возможно, это ненадолго. Это я. Счастье. Вот этот мост особенный, он есть только в Англии, Франции и в Каменск-Уральском. Косули вернулись, и лоси, и вот этого нет нигде. Ну и вот у нас санатории в лесу, как вот каменный пояс. Видите, в середине, но тем не менее в лесу. Можно в любое время, если понадобится, уехать домой. Поэтому алюминиевый завод и самый. И когда он его делал, делал по своей инициативе, за свои деньги. И поэтому... Когда его не стало, то стали жители города заботиться о нашем лосе, и они... Влюбился северный ветер и предложил выйти замуж, рекаясь, лицо богатыря видно отсюда, предложил выйти замуж, рекая сеть улыбнулась, ответила, если ты построишь для меня каменный дворец, я буду за тебя.